Всем привет! Сегодня хочу рассказать о новой акции от мороженого Лима. Узнал я о ней довольно давно, плюс мне о ней сообщили вот эти люди в комментариях. Спасибо им большое за это. Но, к сожалению, я бы уже давно выпустил видео с обзором данной акции, но акционную продукцию, то есть акционное мороженое Лимо, я так и не нашел. Поэтому сегодня у меня будет коротенькое видео с обзором этой акции. Если вдруг я все-таки достану эту продукцию, то я обязательно сделаю обзор с распаковкой и регистрацией в этой акции. А пока давайте смотреть, что о ней известно. Сайт акции у нас promo.lima.ua, ссылка на него будет под видео. 55 лет Львовскому хладокомбинату. Акция, по всей видимости, называется 55 тысяч призов. Прокручиваем ниже, вот здесь мы видим акционные упаковки мороженого, которые участвуют в данной акции, и, возможно, даже это не все. Покупаем мороженое, регистрируем код и выигрываем призы. Схема участия очень простая. Еще прокручиваем ниже. Тут мы видим призы, которые будут разыгрываться в акции. Поездка на море за границу для двоих. Это главный приз. Каждый месяц разыгрывается iPhone 11, но здесь почему-то стоят две даты. Это 30 июня, а потом сразу 31 августа 2020 года. Возможно, опечатка. Далее вот еще ежемесячный приз. Это гироскутер. Тоже интересно указано, что розыгрыш 29 мая, затем 31 июля. Видно, просто ежемесячные призы чередуются по месяцам. Каждую неделю будут разыгрываться сувениры. Здесь мы видим фирменную кепку Лима, чашку Лима и вот что-то еще. Мне почему-то кажется, что, возможно, это пауэрбанк. И каждый день разыгрывается мороженое. Листаем ниже, здесь мы видим победителей недели и месяца. Далее здесь посредине страницы мы видим поле для ввода кода, который, скорее всего, будет на внутренней части обертки от мороженого Лима. И также есть ссылочка на правила акции. Сейчас мы откроем и посмотрим их. И тут мы наконец-то видим, что акция действует до 31 августа 2020 года. Чуть ниже в правилах здесь можно найти график розыгрышей. Это ежедневные розыгрыши, ежемесячные розыгрыши. И главный розыгрыш состоится 31 августа 2020 года. Также здесь снова указаны правила акции: зарегистрироваться на сайте promo.lima.ua и ввести промокоды с обертки акционного мороженого. Призы будут разыгрываться случайным образом с помощью сервисов random.org и generatoronline.com. Также из интересных моментов в этих правилах я нашел, что каждый участник может зарегистрировать сколько угодно кодов без ограничений. Соответственно, чем больше у вас будет кодов, тем больше шансов выиграть приз. Таким образом, до конца лета действует акция от мороженого Лима. И чтобы принять участие в розыгрыше призов, вы покупаете мороженое Лима в акционной пачке, находите код внутри, регистрируете его на сайте акции promo.lima.ua и выигрываете призы. Если я все-таки найду акционную продукцию, то обязательно сделаю новое видео об этой акции, где уже сделаю распаковку, найду эти коды и зарегистрируюсь в этой акции. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, то их можно задать, кстати, по телефону информационной линии, которая указана здесь в самом низу на главной странице. У меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, желаю удачи и пока-пока.